хочу сделать обзор о состоянии моих орхидеек после трехнедельной разлуки. Все мои орхидейки посажены в закрытую или в полузакрытую систему. И вот мы приехали. Они в хорошем состоянии. Многие пустили новые бутончики. Те, которые зацветали, продолжают цвести. Некоторые бутоны, которые выбросили раньше цветочки перед отъездом, уже распустились. На первом этаже у нас теплые полы и батареи, поэтому водичка здесь испарилась быстрее, чем на верхнем этаже. Но еще сохранилась влага в горшочках, и они чувствуют себя хорошо, цветут очень красиво. Вот такие красавицы! Моя мини-орхидейка выбросила бутончики. Она очень красиво цветет нежно-сиреневыми цветочками. Эта орхидейка дала деточку на стволе. Перед этим болела, но сейчас приходит в себя. И детка выпустила два корешочка. Азиаточка очень красивая зацвела. Вот эта орхидейка мне очень нравится. У нее крупные белые цветы с такими вкраплениями вишневого цвета. Очень красиво цветет. Она выбросила новый цветонос бутончиками. И вот две орхидеечки тоже выбросили цветоносики. Порадовали цветочки на втором этаже. Здесь не так жарко, поэтому влаги в горшочках сохранилось больше. Еще красавица. Сиреневые цветочки, как бабочки. А у этой сиреневой цветочки другой формы и другого цвета, с белыми вкраплениями. Тоже очень красиво. Очень люблю я белые орхидеи. Они такие нежные, такие красивые, когда распускают все свои бутончики. И еще одна орхидейка леопардовой расцветки, белая с вишневым. И вот какая красота! Правда ведь? Очень красивые орхидеи. Чем мне нравятся орхидейки? Тем, что они, когда зацветают, цветут очень долго, несколько месяцев, и радуют нас. А на этом окошке цветочки меня очень расстроили. Перед отъездом я заметила несколько мучнистых червецов на двух орхидейках. Обработала их мыльно-спиртовым раствором, зеленое мыло, водичка и спирт. Но когда приехала и заглянула за занавеску, на всех орхидейках было много мучнистого червеца. И причем они все скопились на цветоносах, молодых почечках. Пришлось обрезать все цветоносы, их было очень много. На каждой орхидее по 2-3 цветоноса и с бутонами, и цветущие. Но пришлось безжалостно обрезать цветоносы и обработала опять-таки этим раствором листву. Понаблюдаю теперь за ними. Если что, придется пересаживать и обрабатывать какими-то химическими средствами. Но надеюсь, что все будет хорошо. У меня уже был опыт борьбы с мучнистым червецом. Думаю, что справлюсь. Самое главное, теперь эти орхидеи не ставить рядом с другими здоровыми. И думаю, что все обойдется. Буду наблюдать.